Я сама горжусь, что я родилась в Донецке, а у меня отец Воронежа. Так что хочу вам сказать большое спасибо, но помощь вам, нам необходима. Для всех нас. Вот мы стоим в очередях. Спасибо за все. Банки не работают. Это очень тяжело. Вы знаете, какие очереди. Люди ночами стоят, занимают очередь. Люди не высыпаются. Люди падают в сознание. Вызывают волонтера, вызывают помощь какую-то. Это очень напрягает. Тем более зимний период. Это нам надо в первую очередь это решить с денежными банками и с денежными вот этими вот ресурсами. Финансами, да. Особенно мамочек у нас много, молодежи много. Сейчас буквально можно сказать о том, что сотни тысяч людей находятся на грани гуманитарной катастрофы, на грани голода. Сейчас мы находимся с вами на центре выдачи гуманитарной помощи, которая находится в городе Донецке, на улице Богдана Хмельницкого, 40. Вот за моей спиной вы можете видеть сотни людей, которые стоят в очереди за продовольствием. Сегодня у нас суббота, в этот день мы выдаем гуманитарную помощь именно особо нуждающимся категориям, таким как матеря с детьми до 14 лет. Сегодня мы получили хлеб. У нас есть консервы, немножко круп, но этого все равно не хватает. Для полноценного питания нужны более объемные поставки. Не хватает того, что приходит на всех. Постоянные гигантские очереди, люди страдают. Мы просто обращаемся ко всем, просим, молим, пожалуйста. Нужно увеличить объемы поставок. У нас сейчас такая обстановка тяжелая, очень тяжелая. Мы довольны, что нам помогают, нам выдают. Нам полностью так идутся, как навстречу идут. Тем не менее, тяжеловато. Нам не хватает талонов, хотя бы каких-нибудь карточек, чтобы мы скуплялись в магазине. В данный момент нам не хватает тех самых денег на лекарства, чтобы пойти сам себе купить и не стоять в очередях. Много нам не хватает. Детям питание нужно, детям одежду нужно. За это мы будем благодарны. Мы русские, я сама моли Бога.